Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минска городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбар. С начала года столичные спасатели потушили более 900 пожаров, на которых погибли 13 человек, еще 25 пострадали. Минск чрезвычайный. На проспекте Дзержинского на минувшей неделе горел грузовик коммунальной службы. Когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило мусоровоз. Возгорание было оперативно ликвидировано, и никто не пострадал. В выходные спасатели пришли на помощь 6-летнему мальчику. Гуляя с родителями по улице Толстого, он убежал от них на стройку, где шла замена теплосетей труб водопровода, и залез в одну из них. Выбраться самостоятельно ребенок уже не смог. Спасатели с использованием подручных инструментов доставали мальчика. Минск чрезвычайный. Понадобилась помощь спасателей и еще одному ребенку. Дети в процессе игры забросили мяч на козырек подъезда дома по проспекту Победителей. Один из мальчиков решил через окно на третьем этаже попасть на козырек. Однако побоялся прыгать и держался руками за подоконник. Жильцы дома до приезда спасателей удерживали его за руки. Спасатели поднялись на козырек подъезда и спустили 13-летнего мальчика на землю по лестнице. Казалось бы, привычные нам вещи, но могут принести немало хлопот малолетним детям. Уважаемые родители, как можно чаще рассказывайте им об опасностях, которые нас окружают. На минувшей неделе пожар вспыхнул в доме на улице Нестерова. В жилой комнате трешки из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелся диван. В горящей комнате огнеборцы обнаружили 62-летнего хозяина, он был без сознания. Медики провели реанимационное мероприятие, однако спасти его не удалось. Предположительно, курение стало причиной пожара и в квартире на проспекте Рокоссовского. Здесь работникам МЧС удалось спасти одного из хозяев и его супругу. В тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения и ожогами они были госпитализированы. Помните, неосторожность при курении – это основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Берегите себя и своих близких. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.